Всем привет, друзья, с вами Илюха. Хочу показать вам фрагмент интересного боя со стрима на лаге. Весь этот стрим можете посмотреть по подсказке в правом верхнем углу. Суть его такова. В общем, Ямайка и Вова летели на пешках бомбить завод. Я же на лаге летел, сверху их прикрывал. Потом, чуть позже, к бою прилетит Вовка Кожух на Яке и вирус, который летал под ником Pumping Noise на лавке. События очень интересные, бой тоже динамичный. В общем, смотрите далее сами. Все начинается с того, что я с пешками подхожу к цели. И да, чуть забыл еще, ребята, от себя добавить. Я еще стримлю на Твиче. Ссылка на мой Твич есть в описании к видео. И там я стримлю чаще, чем на Ютубе. Не забудьте стать моим фолловером, если кому-то это будет интересно. Я иду уже туда. Да, Александр Мельник. Я встаю вот это и приседаю. Вот это ты, если про движение спрашиваешь, это я встаю и приседаю, все верно. Все встал. Вон она, деревечка, Бомба кто-то скинул. Да это перед нами пешка. А, все понял. Так, по возможности надо зениточку выполнить. А где этот мистер ты, который высот... Так, сейчас я ее там стрельба кто-то по нулям. Это зенитка. А, по пешке, все, я понял. Просто где тут этот мест космический? Плохо. Я его не вижу, блин. А, это Васька-то фаер пришел. Убрал. Отлично. У меня заход. Так вы работаете, да, уже? Я не знаю, тут и лыщи пришли. Опа, стрельба, вижу. У меня заход. Вижу, мистер, спускайся, он низко. Наверх сейчас пойдет он. Буду ловить его сейчас на выходе. Где находитесь? Так. Алло. Так, лавка. Мессер, еще падение, мессер, ребята, стреляет. На меня заход. Сейчас, подожди. Я сейчас сниму этого мессера. Все, срубил. Так, Вова, ты живой? Да. Есть еще синий человек? Сзади тебя. Так, ты еще заходишь, да? Да, я на бомбу скинул, по-моему. Ребята, вижу вдалеке еще один мессер. Слышите, он сейчас будет переваливаться и на кого-то падать с 3000. У меня заход. Да, вот, кто вниз идет... У меня пулеметчик проснулся. Кто вниз идет, сейчас на вас мессер падает. Вот сейчас на пешку, наверное, маневр 300 метров сзади или 400. Увернулся? Да, он не пошел за тобой. Он идет сейчас, прям над заводом будет проходить. Где-то наверх выстреливает. Так, там еще кто-то падает на вас сверху. Блин, вон он. Мессер, еще падение пошло. Мессера. Кто в левом вираже 6 напишите. Ну вот я ему не вижу. Не. Вру. Это наш. Промазал. Это наш. Фока низкая пришла. Фока по нулям пришла. Ребят. Сейчас на 6-6, пешка 6, у тебя фока. Вот. Фока висит. У меня стрелок не стреляет, ё-моё. Ребят, чё вы так орёте, а? Пробила она, блин. Всё, фока разбилась сама. О, Лёха сбил кого-то. Ниже, дети, мессера. Да нету никого. Сейчас еще один где-то мессер был. Ищите его. А вот он наверху, он крутится и наверх сейчас ушел. Так, Вова, сбрасывай бомбу. А, вон он, наверх, вижу этого мессера. Вверх гребет он, да. Вон по нему стреляет сейчас. Какой квадрат, скажи, где там мессер сейчас? Депо на севере, на 2 или 3 тысячах. Так, меня тоже сейчас будут пробивать, наверное. Сейчас. А, это якорь, это лак. Ой. Сколько сброса, Вова? Да, так значит нет мессера? Не, да один мессер его гоняет уже, по-моему. Или сбили его. Сбили, разорвали уже его. Пока вроде все. Чисто. Володя. Сейчас, подожди. Последнее осталось? А я вот не знаю, осталось или нет.
Посмотри сбоку, у тебя там лампочка справа горит, нет, на панельке. Белая лампа. Я не знаю, попробую сейчас зайти, кину, да кину. Ну давай, давай, давай. И все, и сразу отходи, я на тебе на 6 цепляюсь. Ой. И уходим. Потому что у меня движок один получился. Это ты, Леха, да, отходишь? Дымный. Нет, я с дымом, да, я вот за одного сейчас. Ну я вижу тебя, так. Ну тут наши, да, наши. Все, постой, я ухожу. Все, пошли. Отходим, да, все? Да. Блин, в такой суматохе фиг скинешь нормально еще. Да налетели эти ковшины синие. Так, что по топлу? Еще 200 литров, нормально. Так. Так. Привет, ты, вы все компашка на каких самолетах? Ну, я на лаге, слава ковру Миране. Как потеть. Так, там на кого-то падение сверху. Ребята, мессер, по-моему, падает на кого-то с 6000. Ой, 6 из 3. Или Фока подошла только что, где вот тут воевали. Мы прилетели почти. Я понял, понял. Идем к депо нашему. 6, блин, кто климит? У тебя 6. Это Марат, по-моему. Все, увидел. О, как она, блин, засадила ему. Сбила, блин, собака. Сама еще штопорнула. Это Марата, по-моему, пробили, надо помочь там. Нет, мельдин какой-то. Ну я помню. Ну я, блин, ее не догоню, скорее всего. Так бы я... Ах ты, Илюха, подставил парк. Ах ты, рак. Не, ну я же увидел. Ты же увидел, а он не увидел. И ты бы поздно сообщил. Почему функция работы? Да. А я не знаю, наверное, не будет слышно. А мне не работает эта фигня. Почему? Не знаю, люди говорят тихо, якобы слышно. Громкости надо там добавить, уже толкать. Я добавил. Не включи. Сейчас я попробую ее пробить, далековато, правда. Слышно было? А, ее уже пробивает. Тут Марат, это вот как раз Марат пришел. Я пробиваю. А, ты пробиваешь? Ну да. Ну ты вовремя подошел. Давай, я молча, не работай. Я продублирую, если Леха, что. Ты что, за мной? Давай. Да, я за тобой, но я один двигатель на 1700 оборотов подставил. Ну я попал вроде. Да, были попадания. Смотри, Кожух, я за ней вешу, сейчас я. Подожди, там кто-то сейчас мимо меня пролетел. Так. Я. Это что такое? Там бобер, короче, заходит на нашу станцию. Или истребитель, я разворачиваюсь на него. Кожух, что, будем гнать его или что? Ребята, да, пусть летит, у нас 110-чик на этом. Леха, помоги мне со 110-чиком разобраться. Бросай. 110-чик. Я попробую, ребята, 110-чик. Все, Кожух, я бросаю, я пошел туда, к парням. Давай. Их там двое, что ли? Кожух, за нами двое пикируют. Нет, лак. Кожух. Не вижу. Сзади, они далеко, еще дальние. Так, блин, да, сейчас пробьют. Тут один мессер, короче, и один як, слышишь? Кожаный. Он выше, я пошел, отступаю. Он меня будет зумить. Блин, я... Да лишь... вроде наш был второй. Один наш, а второй мессер, он наверх пошел к лимбам. Ребята, тут два 110-чика, вот на депо. Помогите нам. Идем. Просто идем, я сам из боя идем. Выхожу. Сейчас я отлечу подальше. Да. Вот, я Леха, я, короче, по тому, который вывесился, сейчас поработаю. Давай, там у тебя, по-моему, еще якорь сзади. Вы не столкнитесь. Так, депо красный или синий, ребят? Ой, блин. Синий. Вы же столкнулись? Нет, я убил его. А за кого штраф тебе дали? Какой-то вылез. Еще один 50-чик, иду за ним. Так, гипот красный или синий, ребята? 326, курс 0534. О, так это вывод. О, так я это... Я тебе говорю, красный депо, а не на... Какой? 0534, возле депо, севернее. Тихо, у меня 666, тихо, ребята, погодите. Меня сейчас самолет... Он имеет в виду 0530, сектор 4. Да. А что вы-то там думаете? Да, кто-нибудь сюда подойдите. Я пробую, но у меня сама Фока тут бумзумит. А Володя где? А он там тоже вышел из боя. Лечу. Чуть ниже депоца, южнее на один сектор Фока. Угу. Но почему ниже, севернее? Кто-то отыгрывает бандитца в сталкера. Так, ладно, а я сейчас... Ну что, идете или идем, нет? Идем. Тут еще Фока к вам летит. Она в районе синего депоца. Он с край карты улетел уже. В 0530, сектор 4, да? Он 0529, сектор 8. Все, понял. Иду туда. Так, но тут Фока еще, блин, за ней... Это Кожаный, ты за ней, нет?
за фокой пошел наверху. Да нет. Это Марат. 7. Блин. Вова, сейчас... Идешь или нет? Да у меня фока меня бумзумит. Как Володя где? Не знаю. Я в 05-29, второй сектор. На истребитель не можешь прилететь. Володя, где ты? Иду, пишу. Я не всегда могу говорить, у меня тут шум поставил. Володька, успокойся. Все, я свободен. 05, какой квадрат? Квадрат, ребят. 05-28-9, все, понял. Два сектора до вас, высота. У меня тоже два сектора. Он прямо в нулях идет, прям вообще вот. Угу. Учтите, ребята, идет на запад. Тут рядом фока, поглядывайте внимательно, она на 2500 где-то ходит. Да нет, там фоки, там як вроде был. Ну сколько нет, можно лететь? Меня только что, что, як что ли обстреливал с трех дудок? 0528, 9. Иду, один сектор к вам. В 0628 там стрельба какая-то жесткая. Какой 0628? Я говорю 0528. Тихо. Я не с тобой 8. Разговариваю, я просто говорю. Там какая-то стрельба. Да. Ну, после этого что-то мне как-то уже не хочется лететь. Все, тихо. Володя, 0528, лечу. Сектор 9, да. Я здесь. 8, здесь. 8, все, иду. Я во втором. 8, нули. Да я тоже в нулях иду. Сейчас в седьмой будет залетать. Угу. Все, понял, но я на один квадрат сзади. Как на один квадрат? Ну, я в 0528, сейчас. А какой квадрат-то, если сектор? Ну, сектор 0528, сектор 8, я там. Сектор плюс. 7, 7 заходит он. Я понял. А ты что, на пешке что-нибудь преследуешь? Да, я гонюсь за 110-чиком. На пешке второй? Да. А курс какой сейчас, скажите ваш курс? 244. А, все, мне чуть-чуть левее надо взять. Мне главное, чтобы меня... О, так, вон она, эта фока, блин. Тот неловкий момент, когда пикирующий бомбежи гонится за тяжелым истребителем. Да. 0529 или уже 0528? 0528 уже давно. 0527-6 заходит он. А, все, понял. Ну я на один квадрат за вами, блин, отстаю. Я на как квадрат-то? Ой, сектор. А нахрена столько я летел тогда? Вован, все, бросай. Сейчас вас все подохнете. Ну а где эти-то истребители? Ну пускай бросай. А, вижу. Тихо, Вовка, я вижу тебя. Я сзади у тебя на 6, Вова, в 500 метров. Вон. А, вижу я его, вижу. Вова, посмотри за мной 6 не гонится фока. Я сзади тебя сейчас на 6. Я тоже, кажется, вижу. У меня 6. Это я. У меня пулемет стреляет. Ты в правом вираже пошел, да? Да. Да, вижу. Вот она, эта фока, я про нее и говорил. А 110-чика-то видишь? Это нет, это фока, смотри, она за тобой пошла. Да вижу. Вова, сейчас фока у тебя заходить будет на тебя. На 6, фока. Пропустил. Все, я попробую сейчас ее достать. Посмотри за мной, я у нее на 6. Чисто на 6. Они меня заходят. Нет. Чисто, да, ее. Ага. Все, закрутилось. Вот теперь убиваю ее, иначе она... Она сейчас убьется сама. Нет. Что нет? Пробил, готово. Да это я ее пробил. Давайте, 110-чика, убивайте. Все, так, Вовка, давай на курс вставай за 110-чиком. Кто я? А, вы давайте гонитесь за ним, а я пошел отсюда. Так, кожаный, ты да пришел? На меня захож, да. Якорь. 110-чика видите? А, ну, он мне опять заходит. Это я сзади на тебя захожу. Да никто не может пулеметчик говорить, что ты... Вижу, на энергии. Подожди, это кожаный на красном яке. Так, еще ищем тогда, где шестера? Ищем цель далеко. Так, значит где-то еще космонавт. Над вами, вертикальное падение, блин. Чекайте, вертикальное падение над вами. Окей. У меня падение, двойное падение. Да, вижу, мессер. Наверх пошел. Еще один. Фока, 6 якорь. Блин. У кого 6-то? Да позбили якоря кожаного, по-моему. Отходим, Вовка. Хожу. Так, вирус, ты за кем-то тянешься, да? Попробую. Давай, я за тобой смотрю. Там у меня скрытая, я даже не могу понять, какое упражнение. Да я понял. Убери скрытую. Ну, я же элита. Он вниз пошел, да? Все, да. Вижу. Я пойду встречать его, если что. Долго вы летели. У меня 6. Так, квадрат. У меня заходит, по-моему. Квадрат. Двое. Что квадрат? Ты что, не видишь? Я рядом с вами летаю. Ой, лагает. Фока лагает, я не могу по ней попасть. Я понял. Вижу. А, пешка, вижу тебя, Вовка. Где у тебя шестера твоя? Вижу, ой, тихо, у меня 6 самого, 6 у меня самого, тихо. Пропускаю фоку.
Шестеро на шести, где шанал может еще быть. Ой, тут еще синяки пришли. А, еще фока пришла. Ой, да тут целый шалман. Кто наверх на яхе тянется? У тебя шесть на лавке. А что сделаю? Этот парень пролагал, оказывается, он в этот момент меня пропускал, а... Все, тихо. Она не дотянулась. Ребята, я так и не был, стоп. Да не говори. Что она не дотянулась. Давай, отходим. Сейчас, подожди. Я чуть севернее депо попробую пройти. Давай, отходим на восток все дружно. Так, ну-ка, вижу, так, вирус, оно включи. А меня опять заход. А, все, вижу вирус, ты воюешь, да, там... Так, помочь сейчас Фока, я вернусь. Да, помоги. Смотри, вирус, там сзади дальняя шестера, высотная, падать сейчас будет на кого-то. Ребята, так вы отходите со мной вместе. Вова, мы воюем. Так, вирус, падение сейчас на тебя будет. Сзади, заход, 700 метров. Вижу. 500, маневр, уходи. Ушел? Ну, да, так, вторая Фока по нулям, она за тобой не пошла, я ее попробую перехватить сейчас. Блин, ну это как раз, который, с которой я крутился. Да, я ее сейчас пробью, скорее всего. Блин, промазал. Да что такое, она меня увидела. У нее в правом крыле дырка, ты должен ее убить. Да кого, блин, она сейчас меня пробьет, наверное. На меня заход пока что, давай. Повисла. Все, живой пока. Нет, Илюх. Да. Слушай, на вашей высоте, походу, за вами фока вторая еще. Да, тут еще есть. Вон атака сейчас будет, чекай, еще падение. Вас четыре там самолет, пятеро. Понял, блин, фонарь еще сраный закрылся, блин. Вова, линию фронта перешел. Нет, сейчас... Один сектор. Да давай фонарь открой. Перейдешь, скажешь свой курс на базу, я тебя встречу. Я вылетел, принял. Так, вирус, я вижу тебя. Откуда вылетел? Я справа от тебя. Вирус, я справа, я сзади ниже. Депо прямо красное. На тебя падение, нет, ошибка. Все, понял. Вирус, вырубай, анохи, отходим. Мы с тобой параллельным курсом. У меня просто фонарь закрылся, ни хрена шестерку не вижу. Прям в нули давай спускаемся. Блин. Хорошо, а перейди по курсу 172, что там, смотри, две точки идут. Тебе лоб идет, маневр, вижу, маневр. Да не, он не прошелся. Попадет, вижу. Это вот этот я нашел. Держитесь там. Это фока однодымная. Принял. У него мотор стал, она готова, ее сбили. А он прыгнул. Да. Парашютиста убивайте. Так, кто там по нулям, это, вирус? Я за тобой иду, и сзади нас еще двое контакты неизвестно. Так, проверяй шестеры. Так, а вон они, вижу, они... Это мессер, на кого-то заходить будут, по нулям, про нулям, смотри. Еще границу, стою курсом на Ленин. Что, воюем? Не, уходим нафиг отсюда. Мне надо фонарь хотя бы открыть, блин, ни хрена же не видно в этом гробу. Так свечку сделай, да и... Да я и делаю, вирус, это ты вот? У меня топлива не хватит. Ну я тебя сзади справа. Я вижу. Ты поставь на 1700 оборотов. Коны сзади, короче, вирус, а не по нулям. Я тебе рассказывал, что два неизвестных кона сзади. Ну попробуй уже трех пойти. Да? Да, живые. Вон они, по ним стрельба. Я смотрю, вижу. У тебя шестерка прям. Ну. Не шестерка, там война идет сзади. Да, не пошел, Илюх, отступай сам. Это к вопросу о красных камуфляжах, кстати, если что. Подожди, вирус, ты воевать пойдешь или отходим? Я воевать пойду. Ну все. Я с вторым проходным прохожу. Давай, я нагребу сейчас тоже высоту, надо помочь нашим. Гребни тогда. Леха, курс 142 у меня. Так, стой, вирус, тут еще один высотный подошел. Он пикирует в этот замес с большой высоты. Я, если что, предупрежу, это синий. Надо отходить отсюда. Какой следующий квадрат, Вова? Так, сверху якорь. 6.30 заходить. Угу, вирус, сейчас заход. Какой-то лавки заход. Ну, 500 я понял. Метров. 500 метров. Не на мне. Не на не тебя. Мне. Все, понял. Не на меня. Тут, как я понял, 4 красных против 2 мессеров, да? Ну, нет. Считай меня одного, а ты не считай, если... Так, блин. Мне кажется, надо выйти отсюда. Что-то там вверху еще вон кто-то гребет высоту, не вижу кто. Синий. Давай выйдем. Мессер вижу. Боя. Вот я мессер вижу. Так, я прям под ним, смотри, который гребет высоту, да? Да, ты висишь за ним. Вижу, он перевалился, да, сейчас развернулся? Не перевалился, к горизонте идет. Падение на кого-то маленькое в разгоне. 06.36. Так, короче, я предлагаю свалить нахер. Пойдем отсюда. Так отойдите красным депо. Да, пойдем хотя бы пересекаем линию фронта, они тут бесконечно будут появляться. Как гидры. Так, я взлетаю, где вот он? Опять тишина. Вот синий депо. А кто, подождите, а кто вышел из дискорда? Сав, кажется. Да,
Так, тихо, если ты... На меня падение. Да. Я вижу. Давай тебя. Я немножко приспущу его. Давай, спускай, я перед тобой. А он все, он отвернул, влево пошел. Он на меня сейчас будет падать, я перед тобой на, да? 2, на 11 часов. Да, он на меня вирус. Я сейчас буду вправо закручивать под тебя его, слышишь? Ну, вон он же насколько снайпер на этой лавке. Да нет, да какая разница. Он за мной идет, я сейчас его это, приспускаю энергию. Он идет. Я его вправо закручу, ты видишь, да? Ну, я за ним иду. Да, давай. Я маневр резко вправо даю. Ручку перетягиваю. О, это мессер. Да, я. Так, это он наверх пошел, да? Дотянешь? Угу. Да попробуй, но он короче, тоже легко перетягивает. Я 200 поставил. И он лагает. Я понял. Он сейчас в землю влетит. Может быть. Да нет. Не улетит. Нормально. Я жду, я уж боялся в землю влететь. Да, Лёха, да. Давай. Газ 100 держать. Дотянешь? М? Пробуй. Газ 100 держать, обороты. Газ 100, обороты на 1700. Ставишь, я если что сзади вас, я продублирую. Ну, хочу сильно крутить. О, хорош. О, пробил, это да? Крейсерская для этих. Ты его пробил, не? Не. Он двигатель перепалил. О, все, ну, срубил, все, пойдем, валим отсюда. Так, били! Вот. А это заразно? Не думаю! Все, погнали. Ну а дальше вирус там пару раз увернулся от бунзумящей его Фоки, она нас бросила, и мы спокойно вернулись на родной аэродром. На этом у меня все, ребята. Если понравилось, можете подписаться на канал и поставить лайк. А с вами был Илюха, и пока-пока.